ladies and gentlemen, please welcome last squeeze in the blue corner of the cage, fighter from Austria, ladies and gentlemen, René Wallinger! Дамы и господа, поприветствуем прямиком из Австрии Рене Воллингер! Итак, дамы и господа, в связи с тем, что боец с одобрения судейской коллегии выходит в экипировке на ногах, ему запрещается выполнять удары ногами в область головы. Итак, а также поприветствуем в клетке его соперника, боец, представляющий спортивный клуб «Оплот», ladies and gentlemen, let's greet in the red corner of the cage fighter who represents Sport Club Applaud! Shamil Tank Nurmagomedov! Итак, представляем соперника второго международного поединка нашего вечера. Справа от меня, в синем углу, боец, вес которого составляет 85 килограмм. 183 сантиметра его рост, ему 24 года, является чемпионом Австрии по микс-файту. Профессиональный рекорд 9 побед, 3 поражения, 1 ничья. Из Австрии Рене Воллингер! Ladies and gentlemen, let me introduce the first fighter standing in the blue corner of the cage. His weight is 85 kilos, he's 183 centimeters tall, 24 years old. He's MMA champion of Austria with professional record in MMA. 9 victories, 3 losses and just 1 draw. Ladies and gentlemen, from Austria, René Gladiator Wallin!
А также его соперник, стоящий слева от меня в красном углу клетки. Боец, вес которого составляет 90 килограмм. 175 сантиметров его рост, ему 23 года. Является чемпионом мира по профессиональному панкратиону, двукратным чемпионом Дагестана по тайскому боксу, профессиональный рекорд ММА. 14 побед, 3 поражения. Представитель спортивного клуба «Оплот» Российская Федерация Шамиль Танк Нурмагомедов. Ladies and gentlemen, let me also introduce a fighter in the red corner of the cage. His weight is 90 kilos. He's 175 centimeters tall, 23 years old. He's 2 times Muay Thai champion of Dagestan Republic and also Pancration champion of the world and champion of Russia with professional record in MMA, 14 victories, just 3 losses. Ladies and gentlemen, from Sport Club Upload, Russian Federation, Shamil Tank Nurmagomedov! Three rounds of 5 minutes. Three rounds for 5 minutes. Внимательно слушаем моей команды. Listen to my command. Соблюдаем право. Follow the rules. Пожали руки. По углам. Hugh Connor. Thank you.
Thank you.
Итак, дамы и господа, ввиду остановки поединка с секундантом на первой минуте 55 секунде в этом поединке победу одержал боец из спортивного клуба «Оплот», ladies and gentlemen, victory at fighter from sport club «Оплот» Russian Federation, Шамиль the Tank Нурмагомедов!